Привет, танкист! В World of Tanks появилась новая реферальная программа. Это отличная возможность заработать боны, эмблемы, медали, надписи, уникальные стили и многое другое. И главное, один из нескольких премиум-танков на выбор. Как все это получить? Чтобы стать командиром, ты должен сыграть как минимум 1000 боев. Если у тебя уже есть 1000 и больше боев, переходи из ангара в окно реферальной программы, становись командиром и приглашай рекрутов. Для них доступно 2 слота. Поделись ссылкой на реферальную программу в социальных сетях или скопируй ее и отправь боевому товарищу любым удобным способом. Рекрутом может стать новый игрок, либо тот, у кого 200 или меньше боев, или тот, кто не провел ни одного боя последние 60 дней. Рекруту нужно перейти по твоей ссылке и присоединиться к реферальной программе. После этого у тебя в соответствующем окне появится его карточка. Так вы заключите контракт. Он состоит из 3 последовательных этапов. Чтобы завершить каждый из них, командиру и рекруту совместными усилиями нужно заработать 500 реферальных очков. Итого 1500 очков на все 3 этапа. Для этого следует выполнять специальные задачи в случайных боях. Они бывают 2 видов. Индивидуальные для рекрута и взводные для рекрута и командира. Задачи выполняются параллельно. Так что если рекрут играет во взводе с командиром, то он выполняет и одиночные, и взводные задачи. У командира нет индивидуальных задач. Играйте вместе и получайте больше очков. Если нет такой возможности, не беда. Рекрут все равно сможет завершить контракт, выполняя свои задачи. Условия просты. Сражаясь в одиночку, рекрут должен помочь союзникам и сам нанести в сумме больше урона, чем прочность собственной машины. Победить в бою или получить минимум 1 медаль из списка. Больше медалей за бой — больше очков. Взводные задачи похожие. Совместно нанести не менее 3000 единиц урона. Сыграть не менее 5 боев бок о бок на технике любого уровня. Получить достижение «Решающий вклад» или «Братья по оружию». У игры во взводе есть дополнительная выгода. И командир, и рекрут получают прибавку к опыту и кредитам за бой. Побеждая в боях и зарабатывая реферальные очки, командир и рекрут постепенно заполняют шкалу прогресса. Как только первый этап завершен, оба игрока получают награду. По 300 бон, надпись и медаль. Награда за второй этап — по 450 бон, камуфляж и медаль. После завершения последнего этапа и вместе с ним всего контракта оба получают по 750 бон, эмблему, медаль, уникальный стиль и возможность выбрать премиум-танк. А командира ждет еще и нашивка. Рекруту доступна одна из машин 6 или 7 уровня. Или же он может забрать вознаграждение в кредитах. Командир выбирает один из премиум-танков 8 уровня. Вместо танка он также может выбрать вознаграждение в кредитах. Каждые 4 месяца в реферальной программе наступает новый период. В нем командир может пригласить 2 новых рекрутов. Текущие контракты не сгорают, а список наградной техники пополняется новыми танками. Иногда может понадобиться разорвать реферальную связь. И командир, и рекрут могут это сделать в любой момент. Нажимаем правой кнопкой мыши по карточке рекрута и выбираем пункт «Расторгнуть контракт». Если прогресса по нему не было, то командир получает 1 вакантное место. А если был пройден хотя бы 1 этап, то это место пропадает. При этом весь прогресс по контракту сгорает, и восстановить его уже невозможно. Рекрут после этого не может заключить другой контракт. Участвуй в новой реферальной программе. Приглашай друзей. Получай бонусы к опыту и кредитам. Завершай контракты и забирай ценные награды. Боны, медали, уникальный стиль, премиум-танки. Все это и многое другое может стать твоим командиром.